Доброго всем утра, доброго всем дня. Сегодня понедельник, а это что значит? Я наполняю свою коробочку, свой боксик здоровья. Вот он, это мой боксик. Сейчас я расскажу, что я и чего принимаю, зачем. Но помимо того, что у меня витамин D в жидком виде, я сегодня вам утром уже показывала про него, что там у меня еще есть. Я, значит, заполняю свою коробочку, что я еще принимаю. Это новаминчик для профилактики, потому что сейчас очень много простудных и вирусных заболеваний. Я по одной капсуле принимаю один раз в день, утром. Также я утром принимаю комплекс Синхровитал 4. Это биологическая защита клеток печени. О, выговорила. А для кого это нужно? У кого проблемы с печенью? У кого тяжесть в подреберье? У кого видно, что печень плохо справляется, то есть какие-то высыпания на коже, какие-то вот там папилломки или еще что-то. Это нужно для тех, у кого проблемы с печенью. Все. Больше нету никаких вот вариантов. Дальше на ночь я принимаю наш любимый магний. Это органический магний. Я сейчас уже дошла до того, что я пью по одной капсуле один раз на ночь, но рекомендовано по 3 капсулы. Если вы такие, ух, как звери, да, все вас раздражает, все вокруг вот вам не нравится, вам нужно принимать по 3 капсулы один раз в день, ну, желательно за час до сна. Потом уже чувствуете, что иногда вас штормит, иногда где-то какие-то перепады настроения, вы можете принимать уже по 2 капсулы один раз в день тоже на ночь. Ну, а когда вы спокойный, как танк, и такие уравновешенные, вас вообще не касается, что происходит в мире, вы можете принимать по одной капсуле. Но магний нам необходим, потому что мы его недополучаем с нашим питанием. Питание в магнии — это вот много орехов, много зелени и много всего такого растительного. Нет, мы этого не получаем, если только вы не съедаете по 1,5 килограмма пучка зелени каждый день, да, поэтому магний вам в помощь, это он вам поможет убрать какие-то напряжения в мышцах, напряжение внутри себя, и он вымывается, кстати, из организма, поэтому он не восполняется, и если вот вы стрессанули, все, ваш магний вышел. Дальше, что еще, чем мы наполняем свой боксик здоровья? С сегодняшнего дня я прохожу программку, начинаю проходить по нашим любимым премиум-витаминкам, это NeuroVision. Здесь органический комплекс всех витаминов и минералов. Я уже проходила такую программу, ну вот сделала перерыв, и сейчас я обратно возвращаюсь к этому комплексу. Смотрите, здесь 2 таких боксика, каждый боксик имеет по 2 кубика, ну а в этом кубике уже очень удобно для вас расфасованы вот такие вот пакетики. Здесь омешка, витаминки разные, Б, ПП, и то есть то, что вам необходимо. Один раз в день в обед, вот это вот во время обеда, во время еды вы принимаете и очень даже неплохо себя хорошо чувствуете. Что еще? Также, как сейчас сезон простуд идет, да, у нас на работе просто поголовно все болеют. Вот, кого не возьми, температура, кашель, насморк, горло болит. Я сейчас для себя принимаю иммунобокс. Да, скажете, много ты, куда столько пьешь витаминов? Но они у меня все идут размеренно. Утром я пью один комплекс, в обед другой, а эти вот уже вечером я принимаю, поэтому все очень совместимо, все это хорошо. Вот они, смотрите, тоже такие саше. Здесь по 3 капсулки. Что в них содержится? Здесь, ну, также природный источник витамина С. Что здесь еще? Цинк содержится. Ну и, ну что еще? Эхиноцеи, да, это, в общем, здесь всякие травки. Экстракт корня женьшеня, листьев подорожника. Это то, что касается нашего иммунитета. Ну и знаете, хочу сказать, когда у тебя в окружении 10 человек, и все друг за другом болеют, первый, второй, третий раз, вот это вот мой помощничек, да, у меня были какие-то признаки, я пыталась, можно сказать, на себя посадить эту инфекцию, но быстро отступила, буквально за 2 дня я вылечила сильный насморк и подняла себе иммунитет вот этим иммунобоксом. Ну, в общем-то, вот такой вот у меня арсенальчик на эту неделю. Если кому-то что-то интересно, вы можете обращаться ко мне лично, писайте в личные сообщения, я всегда рада вам ответить. Всегда рада каждому и всем. Всем пока-пока, удачного дня!